Ну вот я хотел уже упаковать свою камеру и выходил, вкусив вкусный ужин, и тут встретил еще одного участника и решил все-таки взять и у него интервью, тем более, что он из такой знаменитой шахматной республики Калмыкия. Небольшая республика, но там очень много шахматистов, собственно говоря, я думаю, что по всей России она этим и славится. Добрый вечер, представься, пожалуйста. Меня зовут Кюнкуриков Дамир Анатольевич. Так, сколько тебе лет? Мне 10 лет. Значит, ты выступаешь в группе до? До 11. До 11. Первая лига. В первой лиге. А разряд какой у тебя? Первый. Первый. Кто твой тренер? Голосин Михаил Дмитриевич. Михаил Дмитриевич? Да. Ну, я знаю такого тренера. Очень хороший тренер. Он не строгий? Нет, он очень хороший. Так, а вот интересно, он рукоприкладство применяет или нет? Нет. Не применяет, да? А он как-то мне говорил, что я иногда и шалбаны даю. Нет? Нет, не говорю. Так, понятно. Кто тебя научил в шахматы играть? Михаил Дмитриевич. Как? То есть ты пришел к нему в школу заниматься, не умея играть в шахматы? Или все-таки? Я еще умел. Ну, кто-то тебя учил? А кто тебя учил? Или ты сам вот такой талантливый? Ну, мама, папа, дедушка, бабушка. Дед меня научил. Дед научил, но слава богу. Как деда-то зовут, знаешь? Ох, тяжело. Дед его и все. Его зовут Виктор. Кюнкуриков. Кюнкуриков Виктор. Борисович. Отлично. Хорошо, тут папа подсказывает. Скажи, пожалуйста, какой у тебя результат? Сколько ты набрал? В классике? Да. Ну, ты по всем турнирам скажи. По классике я набрал 6 очков, по быстрым шахматам 4, а по блицу 5. Ну, 6 очков это довольно приличный результат. Ты какой у тебя ЭЛО рейтинг? У меня пока что нет рейтинга. Пока нет, да? А вот этот турнир, он будет обсчитываться? Будет. Будет. И ты получишь свой, наверное, первый рейтинг, да? Да, получу. Отлично. Какие намерения следующий, какой будет турнир? Еще не планировали? Нет. Как не планировал? Мы с тобой говорили про это. Так, ну мне все-таки придется привлечь Михаила Дмитриевича. Нет, Михаил Дмитриевич, он не фотогеничный. Вот. Но, тем не менее, все-таки, Михаил Дмитриевич, мы уж тогда уж отвечаете, раз это ваш ученик, отвечаете не только за него, но и за республику. Сколько человек из Калмыкии было? 23. 23. И все ваши ученики? Нет, нет. А чьи? Ну, у нас большая группа.